Футбол, как и жизнь, штука непредсказуемая. После 5 лет, пусть и безуспешно, но все же борьбы с Батэ за чемпионский титул, Владимир Журавель вдруг на целый год завис без работы. Предложения наверняка были, но, видимо, не из таких, на которые отвечают мгновенным согласием. Перед стартом текущего сезона один из сильнейших специалистов белофутбола возглавил вылетевший из элиты Гомель. И вот почему. Команда с традициями, с историей, и чемпионы, и Еврокубки участвовали. Инфраструктура, все есть, стадион хороший, есть для работы тренировочные поля, все есть, поэтому всегда есть молодежь хорошая. Как признается сам Журавель, пауза в карьере пошла ему на пользу. Все, что не делается, к лучшему. Это, наверное, часть нашей профессии. Сегодня ты тренер, завтра в любой момент ты можешь быть вне работы. И 4 года в Солигорске, год Динамо Минск, все-таки 5 лет конкурировали с Батэ. Достаточно много и нерв, и сил затратило. Может быть, перезагрузка произошла, переосмысление каких-то моментов. Я смог отвлеченно, без предвзятости какой-то проанализировать чемпионат. Практически все игры чемпионата смотрел, такие основные. Ну, я думаю, что с пользой провел для себя. Готовиться к новому сезону Журавель начал задолго до его старта. У меня было достаточно времени проанализировать Гомель, в первую очередь команду, где я собирался работать. Да? Это практически вся осень ушла на это. Информации было достаточно. В процессе подготовки мы еще к этому сезону познакомились. И как бы процесс изучения и команды, и ребят, их возможностей продолжается, потому что начинается чемпионат, это официальная игра, и здесь несколько поведений, давление, все несколько иное, надо, конечно, познакомиться. По сравнению с прошлым сезоном, состав Гомеля изменился не сильно. Не так много мы футболистов взяли, можно сказать, 4 Рожков, Гамза, Барсуков и Единков. Пашу Ситко я все-таки считаю, что он вернулся, полгода он был в Славии. Поэтому всего лишь 4 футболиста. Остальные ребята – это все воспитанники школы, скажем так, ребята 95-96 года рождения. Вы наверняка заметили, что подписаны были опытные исполнители. Сразу скажу, что не такая у нас и молодая команда. С теми ребятами, которых я выше озвучил, средний возраст команды примерно 25-26 лет. При определенном, скажем, раскладе мы можем, конечно, играть и 21 год будет средний возраст команды. Но, наверное, это неправильно. Баланс должен быть, опыт должен передаваться, в том числе и на футбольном поле. Вариант с Гомелем подкупил Журавлевича возможностью поработать с молодыми футболистами. Их в команде достаточно. Что касается опыта работы с молодежью, да, мне его, наверное, не хватало. Этого у меня не было ни в Солигорске, ни в Динамо. Были футболисты несколько иные, в первую очередь по возрасту. И тем более я выбор Гомеля сделал в том числе, чтобы как-то восполнить пробелы. А еще в городе над Сожем Владимир Журавель воссоединился с Павлом Ситко. Их совместный карьерный этап в Солигорске, помним, получился очень продуктивным. Я вам скажу, я его 2 года не видел. Моя точка зрения, что Паша еще вырос. Еще вырос, и в первую очередь как лидер, как исполнитель, и я бы не сказал, что он по уровню. Мне очень нравится слово «перезапуск». Именно это в своей тренерской карьере и сделал Журавель. Да, пришлось опуститься в первую лигу, но прямо сейчас Гомель для него новые возможности, опыт и вызов. Да и прежнего давления нет. Имеются лишь сожаления, что так близко подбиравшись к цели, Журавель так и не выиграл золото чемпионата. Пока не выиграл. Осадок остался, 5 лет вторые, ну что сделать, сегодня Батэ сильнее во всех отношениях, но тем не менее мы не сдавались, были сезоны, когда мы за несколько туров только уступали, в то же время отрывались от преследователей, тех, кто боролся за 3-е место. Двоякое впечатление, тяжело сказать, но недосказанность осталась, конечно. И наверняка человек, который подбирался к Батэ ближе всего за время доминирования Борисова, знает, что нужно сделать, чтобы эту гегемонию, если не прекратить окончательно, то хотя бы прервать. Для того, чтобы стать чемпионом, должны все работать в одном направлении. Конечно, нам не хватает где-то и наглости, наверное, какого-то пиара, какой-то вызов бросить, да, чтобы это все услышали, вступить в какую-то борьбу не только на футбольном поле. Но для этого должна быть готова вся система, вся команда. Лично я желаю нынешнему главному тренеру Гомеля удачи и жду его в высшей лиге. Ведь в белорусском футболе так много шарлатанов и так мало настоящих специалистов, а Журавель – специалист. И в этом не может быть никаких сомнений. Прямо сейчас кажется, что Гомель – правильное место для героя нашего сюжета.
Образ и сложился, впечатление от стадиона, от болельщиков. Всегда достаточно крепкая команда, именитые футболисты. Тренерский штаб всегда сильный, собирает специалистов хорошего уровня. Антураж, то есть погодные условия, если это летом. То есть понимаешь, что здесь работать и ответственно, и престижно, и достойно, я считаю.